10 марта в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание Народного совета ДНР. Его повестка содержала в себе обсуждение ряда законопроектов, касающихся внесения изменений в действующие законы республики о средствах массовой информации, о телекоммуникациях, о судебном сборе, транспорте и некоторых других. В то время, когда для большинства жителей республики минувшая суббота была обычным выходным днем, в Доме правительства 87 депутатов от фракций «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» совершенствовали действующее законодательство ДНР. Парламентариями были рассмотрены 5 вопросов, один из которых коснулся 4 статьи закона о судебном сборе. Также законопроектом предлагается увеличить размер судебного сбора при подаче кассационной жалобы с 50 до 100% от ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче искового заявления. Таким образом, указанные меры позитивно скажутся на наполнении доходной части республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. Также парламентарии оптимизировали процедуру лицензирования деятельности, связанной с утилизацией отходов, конкретизировали меры по контролю за соблюдением законодательства средствами массовой информации и усовершенствовали законодательное регулирование транспортной системы республики. Основным документом, формирующим и обеспечивающим реализацию государственной политики в организации и регулировании использования воздушного пространства в сфере авиационного транспорта, безопасности на авиационном транспорте, безопасности воздушного движения, эксплуатации авиационного транспорта, аэронавигационного обслуживания и взаимоотношений между субъектами авиационной деятельности является воздушный кодекс. В настоящее время кодекс Донецкой Народной Республики не принят, чем функция основного документа в области авиации выполняет закон о транспорте. На основании вышеизложенного принимаю во внимание правоприменительную практику был разработан законопроект 389-Д о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики о транспорте. Учитывая актуальность предложенных изменений, депутаты приняли все обсуждаемые законы сразу в двух чтениях. Документы переданы на подпись главе республики и вступят в силу после их опубликования на официальном сайте Народного совета ДНР.